Карантин. Бумеранг. Однажды я запустил бумеранг, но он так и не вернулся. И с тех самых пор я живу в страхе, что он все же вернется назад. Плата за сказанное. Папа, я боюсь, что когда я вырасту, меня никто не возьмет замуж. Не волнуйся. Возьмешь у мамы зелье, подмешаешь кому-то, и тот в тебя влюбится. А у мамы есть такое зелье? Должно быть. Сколько на нее не смотрю, другой причины, почему я женился, не вижу. Мама, а это правда? Мама? Допрос. Микола, отвечай, где ты спрятал драгоценности? Микола, где ты сховав коштовності? Чого балахи вилупили? Облиште мене! Немає сенсу точити зі мною ляса, я вам все одно нічого не розповім. Он не скажет. Кажи, если он не скажет, где спрятал драгоценности, то мы его убьем. Микола, якщо ти не розповіси, де сховав коштовності, вони тебе вб'ють. Рясця, вашій матері, щоб вас пір'я в роті поросло. Життя коштовніше за гроші. Я сховав усі коштовності в своїй хаті, за світлиною мого шпакуватого діда. Він говорить, що... Он не скаже. Ну вот на этом и все. Спасибо, что посмотрели данную анимацию. Делитесь своим мнением в комментариях. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, ведь меня это очень стимулирует. С вами был Симпай, увидимся в следующей анимации.